Небольшое похолодание и пасмурная погода в Нижегородской области задержались ненадолго. Атмосферный фронт гостил в регионе всего двое суток. И уже в последний день рабочей недели в области вновь тепло и местами солнечно. 3 августа через наши районы прошел холодный атмосферный фронт. Жара спала. Фронт проходил ливнями, сводами и порывистым ветром. В пятницу и выходные дни с ростом атмосферного давления небо начистится с облаков и дождей не прогнозируется. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток дождей от Небесной канцелярии не ожидается. А температурный фон по-настоящему летний. Если в пятницу тепло, то в субботу и воскресенье в регион вновь вернется жара. Максимальная температура воздуха в пятницу 24-28 градусов. Воскресный и субботний день колебания от 25 до 30 градусов. В Нижнем Новгороде 28-30. Ночью не ниже 15. Будет дуть южный ветер небольшой силы от 3 до 8 метров в секунду. Синоптики советуют поберечься от солнца и быть осторожными с огнем, так как местами по области сохранится высокая пожароопасность. Температура воды в реках и озерах 25-26 градусов. Грозовых очагов пока не ожидается. Их вероятность увеличится на следующей неделе, поскольку к Нижегородской области вновь подойдет холодный фронт.